Я пукаю не только попой, но и влагалищем. Да, братан, блядь, так не говори, ну нахуй, блядь. Ты охуел, что ли? Ты что, не видишь, что я тебе сигналю? Ты что так разговариваешь, я не пойму. Ты что быкуешь, блядь? Извини, пожалуйста. Залез и поехал отсюда. Что это за слово? Марихуана, трава. Правильно скажите, русский человек. Конопля. Мое. Ублюдок, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Я твой маму ебал. Председатель совета ветеранов, обратились люди, пожилые люди, ветераны. Краснодарская таможня по ошибке сожгла 400 килограммов спортивного питания. Местные таможенники приняли его за санкционный продукт. Страной происхождения добавок в сопроводительных документах указывались США, поэтому значительная часть продукции была сожжена. О компенсации заказчику продукции речи не идет. Более того, получатели товаров собираются оштрафовать на 300 тысяч рублей. Я тебя буду пороть так, что дым из ушей пойдет. Понятно? Your foster parents are dead. Легализуют ли в России коноплю? Нет. Откуда такая чудо-юда? Остановите машину! Кто это? Твой брат? Это моя жена. А это жуткое существо? Гоблин-мутант? Это мой маленький сын. Раскачай себя, братишка. Раскачай, чтобы слыть на районе. Крутым бычарой, чтобы с двух-трех ударов урабатывать, чтобы у метро мобилы отрабатывать. Я спрашиваю, ты кто? Цак, надень! Ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло. Ты обоссалась еще, ёб твою мать, блядь! О, блин, ты знаешь, что какой-то пидор вчера сделал? Блядь, поцарапал ее. 3 года стояла в гараже. Езжу всего 5-й день, и какой-то тупой говнюк взял и поцарапал нахуй. Кокса хочешь? Наслаждайся. Пожалуйста, морская 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж. Завтра рабочий день. Поеду в Сочи. Там фестиваль. Надо много работать. Причин, на мой взгляд, 3. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты.
третья — это все твои слова. Я тебе рубль дал? Дал. За кефиром послал? Послал. Кефира не было? Не было. Деньги? Какие деньги? Если человек идиот, то это надолго. Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь? Сейчас поймешь. А Скотт дома? Такое дело. Давай, брат! Он только что ушел. Правда? Ой, дурак! Привет. 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 Человек будет делать в тюрьме все, что угодно, лишь бы его ум был занят. Как выяснилось, любимым занятием Энди было долбить стены. Все смеялись над моим акцентом. Стоп, стоп, стоп. Ребят, я не понял, у моего персонажа акцент, что ли, должен быть? Блять, уже пол игры озвучил. Господи боже. Как непоправимо прошла моя жизнь. Я навеки остался в последнем дне лета. Меня забыли на улице, и никто не откроет мне дверь. Поверьте, свою долю горя я получил с лихвой. Большинство людей строят планы, а жизнь просто проходит мимо. Лучше, если штангу вам будет подавать партнер по тренировкам. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Ладно, сыграем викторину. Где родился Авраам Линкольн? В Спрингфилде, штат Иллинойс. Здорово. Следующий вопрос. Кто был самым молодым президентом? Теодор Рузвельт. Ему было 42 года. Очень хорошо. Теперь последний вопрос, трудный. Кто был самым низеньким президентом? Джеймс Мэдисон. Рост 5 футов 4 дюйма. Фантастика. На это никто еще не мог ответить. Очень хорошо. Ты меня произвела впечатление. Я 4 месяца это учил, я знаю. Вы меня отпустите? Ты молодчина. Ты мне очень нравишься. Но понимаешь, у меня работа такая. 500 за грамм. Но! Как только ты вмажешься, ты сразу поймешь. Это второй сорт! Это какой второй сорт? Это Кир, это высший сорт! Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. И какую-нибудь зверюшку заведу. Чтоб жить веселей. Ты домой приходишь, она тебе радуется. Нет денег. И деньги, и документы, и валюта, все осталось у экскурсовода. Ну так получилось. Отошли на секундочку. Вот он. Какого тебе кадра нарисовали, образованный революционер? Милости прошу к нашему шалашу! Вот, как раз, вот, отлично. Давай ружье быстрее, ну. Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Снимай.
что обрадовались все. Они пока приехали. Наверное, дома никого нет. Что она тебя не услышит. Привет.